Михаила Игнатьевича Бирюкова на футбольном поле всегда встречают с особой теплотой. Ветеран этого вида спорта родился в Брянской области, там впервые начал играть. Даже когда служил в армии, не забывал про футбол. Он вернулся в Звенигород и в Звенигороде играл за Звенигородский «Спартак» по области. Ездили три команды, мальчики, юноши, взрослые. По «Спартаку» по области раза три были чемпионами области. Вот. Потом уже 40 лет меня ребята проводили, вот, в Одинцово переехал. Свой день рождения Михаил Игнатьевич тоже встречает на футбольном поле. Ему исполнилось 85, и 70 из них он отдал любимой игре. В молодости сражался за сборную Одинцовского округа, был перворазрядником. На протяжении столь длительного времени, начиная с далеких послевоенных лет и до настоящего времени, футбольный мяч был и остается неизменным спутником и атрибутом, а футбол – спортом номер один в вашей жизни. Дядя Миша – так по-доброму игроки называют ветерана спорта. За плечами совместно проведенные игры, точные передачи и выигранные матчи. Объединенная футбольная команда «Четверга» и «Воскресенье» играет этот матч в честь именинника. Поле довольно-таки сложное, все в лужах, в остатках льда. Получаем радость от игры. Еще раз хочу поздравить дядю Мишу с днем рождения. Играем ради него. Играть в футбол в любом возрасте и радоваться жизни – девиз Михаила Бирюкова. Он уверен, что впереди у него еще много игр и спортивных побед. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».